На днях трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Ирина Роднина высказала свои сомнения относительно допинг-дела с участием Камилы Валиевой. Ее слова вызвали негодование со стороны министра спорта Олега Матыцина. Министр спорта Олег Матыцин недоволен недавними высказываниями Ирины Родниной, которая в своем недавнем высказывании усомнилась в безупречной репутации Камилы Валиевой после пресловутого допинг-скандала на минувшей Олимпиаде. Чиновник подчеркнул, что россиянам важно беречь и уважать наших спортсменов, тренеров и их достижения в большом спорте. Мы должны бережно и с уважением относиться к нашим победам, нашим тренерам и спортсменам, объединять российское общество через спорт, а не создавать провокационные инфоповоды для тиражирования в СМИ. Олег Матыцин также отметил, что большой спорт должен объединять российское общество, а не стать поводом для провокаций и хейта в СМИ. Таким образом, патриотично настроенный политик публично поддержал Камилу Валиеву, на которую буквально набросилось все мировое сообщество после скандала с допингом на Олимпиаде. А вот Родниной от него изрядно досталось, странно слышать подобные высказывания от депутата Государственной Думы, трехкратной олимпийской чемпионки. Такие публичные оценки, основанные на собственных домыслах, не подкрепленные знанием деталей процесса, недопустимы, это нарушение этики и культуры спортивного сообщества.